действительно, я сегодня еще да, буду иногда прерываться на других норвежских художников. Мунк, он тяжелый художник, и нужно немножко нам более такой легкой, воздушной живописью полюбоваться. Но, тем не менее, все идет к тому, что в 63-м году, да, через год уже после сестры Софи, вот всего год прошел, то есть просто, повторюсь, один за другим ребенок появляется, в 63-м году, 12 декабря, на свет появится сам Эдвард Мунк. Рождается он настолько слабо,